Омские бизнесмены примут участие в экономическом форуме в Молдове. Делегацию пригласил президент нашей страны Игорь Дадон во время своего визита в этот регион. Ожидается, что предприниматели смогут найти новых бизнес-партнеров и заключить выгодные контракты. Руководитель Омской области и президент Республики Молдова подписали официальный протокол об усилении торговых связей и взаимодействия в культурной, образовательной, медицинской и туристической сферах. Нам есть что предложить молдавской стороне. Это начиная от продуктов питания, это продукция предприятий машиностроения и нефтехимии. Поэтому здесь для нас очень важен еще новый, скажем, экономический партнер. И самое важное, что он для нас знаком, он нам очень близок и дорог. Потому что Республика Молдова – это то государство, которое мы сегодня уважаем, любим и ценим. На территории Омской области действуют 3 совместных предприятия, а взаимный товарооборот в прошлом году составил 2,5 миллиона долларов. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос, однако стороны отмечают, что возможности для сотрудничества использованы не в полной мере. В частности, молдавские предприниматели намерены реализовать в регионе крупные инвестиционные проекты в аграрной и промышленной сферах. Эти 2 дня были насыщенными, познакомились поближе с регионом. Я думаю, что после этого уже последуют какие-то конкретные контакты, соглашения, договоренности, выгодные и Молдове, и Омской области. Президент отметил, что интересны для молдавской стороны и гуманитарные связи, в первую очередь образование. А в Омске, по словам Дадона, есть несколько профильных учебных заведений, таких как сельское хозяйство и политехника. А для нас эти специальности интересны.